Жертвами злоумышленников становились жители частных домов и владельцы дач. С приятелем давно знакомы? Да, со школы. Со школы вместе учились? Да, одноклассники. За что вы задержаны? За краж. А сколько вы краж совершили? В районе 20. В районе 20? Вот все время вдвоем с приятелем? Да. Друзья говорят, что в первую очередь выбирали дома побогаче, а уж потом рассматривали более скромные варианты. После нескольких удачных попыток у домушников появился азарт, и география дерзких вылазок за чужим добром существенно расширилась. А это всего лишь часть их скромных трофеев. Телевизор, музыкальная аппаратура, системы видеонаблюдения и электроинструменты. Сотрудниками уголовного розыска отделения полиции в составе межмуниципального отдела МВД России в Саратовске задержаны двое лиц, причастных к совершению краж из-за домовладений, расположенных на территории Воскресенского района Саратовской области. По данному факту следственной группы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным пунктом А, части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до 6 лет. Кроме того, сотрудниками полиции устанавливается причастность указанных лиц к совершению иных преступлений, совершенных на территории Саратовской области. Расследование уголовного дела продолжается. Денис Желтов, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов.